ты выходишь в коридор вечером, чтобы пойти кому-нибудь в гости, и понимаешь, а в гости-то ходить-то как-то уже не к кому, потому что Беловеж на репетиции где-то в студии, Алинка с Наташей где-то еще, Богдан спустился покурить вниз, и я сижу в комнате, вот это плакатики свои вешаю, захожу в интернет, читаю комментарии, ну, давит то, что был шум, были крики «Ни-ни, Костя!», а теперь ничего, а теперь ты выходишь в коридор, тверк, 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 такая тишина.